Журналистов запустили в святая святых завода. Цех ЛК специалисты называют сердцем предприятия. Это сюда поступает нефть на дальнейшую переработку. Поступающая нефть разделяется на фракции. Сами знаете, это газ первый, бензин, керосин, дизельное топливо и мазут. Это первичная переработка нефти. А это еще одна гордость предприятия – эстакада автоматического точечного налива. Один из объектов программы модернизации предприятия. Благодаря этой установке цистерна объемом 60 кубических метров заполняется за 5 минут. Но и это еще не все. Основная цель ее – это избежание потерь и выбросов нефтепродуктов в атмосферу, то есть улучшение экологической ситуации на заводе и в целом. Завершено строительство на территории предприятия и запущена новая установка «Газофакельное хозяйство». В результате сокращено вредное воздействие на окружающую среду. Мы увеличиваем, если сказать так, коэффициент полезного действия завода, КПД. То есть мы на единицу нефти будем вырабатывать больше целевых продуктов. Имеется в виду именно моторных топлив, светлых нефтепродуктов, это бензин, дизельное топливо и керосин. Это вот благодаря тому, что мы будем дальше глубже перерабатывать мазут и остатки. В рамках первого этапа проекта модернизации Шымкентского НПЗ построена и введена в эксплуатацию установка производства серы мощностью 4000 тонн в год. Кроме того, реконструирована существующая установка гидроочистки дизельного топлива и другие объекты заводской инфраструктуры.